Заглянем в прошлое Орска. Давайте посмотрим, какие темы и проблемы волновали жителей города несколько лет назад. Архивные материалы наших журналистов сегодня особенно любопытно смотреть. И вот один из таких сюжетов. Юлия Чижова каждый день гуляет с маленьким Глебом мимо этого детского сада. Сюда ее сын, по сути, должен пойти уже через 2 года. Но свободных мест даже спустя это время не предвидится. Вот этот наш мог бы быть детским садом. Но, к сожалению, мы здесь 38-е и попадем только в 2012 году. Может быть. Она встала в очередь на вакантное место в детский сад еще полгода назад. Тогда и поняла, что в принципе бесполезно. Записывают везде, а вот когда дождешься очереди, ребенок уже вырастет. Если в городе построят еще детские сады, прям было бы очень замечательно. А это действительно новый детский сад в Орске. Его планируют открыть осенью. Сейчас здесь в полном разгаре капитальный ремонт. Помещение бывшего детского дома передали в собственность города. Теперь его переделывают под новый детский сад. Еще 3 планируют открыть в поселках Крыловка, Заречный и УЗТП. Но очередь в них даже до открытия начинает расти. Родители уже записаны, у нас очередность ведется с того года. То есть мы в том году знали, что непосредственно будут открываться дошкольные учреждения, по крайней мере, 95-й, 98-й. Почему было принято решение непосредственно на том этапе и главой города об открытии именно в этих районах? Потому что у нас очень большая очередность. То есть аккумулировано непосредственно большой район. На сегодняшний день не могут попасть в детские сады порядка 3500 детей. Нет мест. Новые садики разгрузят очередь в среднем на 500 человек. Ситуация становится тяжелее с каждым месяцем, когда в городе на 250 детей становится больше. Вы видите, что рождаемость растет на сегодняшний день. То есть мы не успеваем за родителями, хотя городом предпринимаются шаги для того, чтобы увеличить это количество мест и снять социальную напряженность. Решать вопрос нехватки мест в детских садах предстоит открытием дополнительных групп, но это капля в море. Как минимум, городу необходимо еще 10 садиков. Как говорят в управлении образования, начало этому положено. Главное, чтобы в планы не вмешался новый всплеск рождаемости. Ирина Самгутяева, Алексей Бурсуков, Бюро ТВ-проектов.